Так, само уже шея из-за тепла, он заебал ее уже тереть. Чё у нас там? Я все прохожу, конечно. Конечно. Уже. Мы считаем, что рост волнений в США, вызванный акциями списка, нам только на руку. Нужно форсировать ряд операций, особенно в зависимых от Америки странах. Они наверняка решат оставить своего ослабшего союзника. Данные из их тайных военных сетей указывают на попытки свергнуть власть и захватить людей на секретных объектах. Продолжаем следить за событиями. Давай следим. Это тот самый вход? Проверь средства защиты. Грим, ты связалась с президентом? Да, но нас не хотят слушать. Как это? Секунду, тут помощник президента. Извините, президент занята неотложными делами и не может с вами говорить. Это четвертый эшелон. Она знает. Прости, Грим. Попиваешь с президентом кофеек и считаешь себя важной шишкой? Учти, у меня есть связи в Конгрессе. Ты угрожаешь мне? Нет. Дай мне президента, если дорожишь работой. Теперь угрожаю. Президент Колдуэлл, мы считаем цель Садика — бункер зоны F в аэропорту Денвера. Да, у него там были агенты. Садик взял бункер, и у него якобы есть химическое оружие. 2 часа, и мы будем там. Нет, вам пора домой. Что? Положение под контролем. Бункер уже полностью отцеплен войсками. Садик готов к переговорам, если его условия... Из каких это пор Америка торгуется с террористами? В его руках несколько высших государственных служащих, в том числе министр обороны. Садик не простой вымогатель. Он гораздо выше этого. Свободный мир не полагается на инстинкты. Вы вне игры, а я нет. Данная вам 5-я свобода — не оправдание личной мести. Мы держим все под контролем. Это ведь западня! В последний раз, Фишер, я запрещаю взлет Паладину. ВВС собьют любой самолет на подходах к Денверу. Я обязан помешать Садику, но один я не справлюсь. Паша. Летим в Денвер. Летим в Денвер. Летим в Денвер. Будто бы я... мы сможем как-нибудь проскочить сквозь ПВО Денвера. Там сейчас метель. Незаметно подлетим, затем сбросим высоту. Чарли поможет мне подготовиться. Да, Грин, конечно. Что? Повтори. Сэм, пилот отказывается лететь в Денвер. Так гони его. Тащи Кобина. Кобин. Тебя превосходят числом и оружием, а жизнь заложников сохранить надо. Газовые гранаты и трикоптер — твой лучший выбор. Удачи. Что это? Что? У меня ничего за выбрать, блядь. Советчик сразу. Кобин, что у нас? На опознавателе светимся как солнце. Электронику я беру на себя. Ты главное нас посади. Мы подберемся поближе. Группа Дельта близко и готова задать нам трепку. Так, а это уже плохо. Обнаружили вторичные цели? Да, системы связи, защиты и жизнеобеспечения управляются с контрольного поста. Я переделал вирус инженеров и скинул вам на флешки. По одной в каждую систему, и бункер блокируется. И мы, кажется, знаем, что нужно Садику. Там автономная система, но в ней есть дыра. При запуске программы сохранения правительства вся важная информация дублируется в бункере. За ней Садик и лезет. Надо доложить президенту. Переговоры могут прослушивать. Работаем молча. Притянись, мы ниже зоны радаров. Из-за тебя нас убьют. Ну, а теперь вырубаем свет. Бросай снарягу. Готовы? Пошли.
Что теперь делать? Молись. Молиться, да, все-таки? Я-то думал, чем сегодня заняться? Мольбой. Хорошо. Чарли, спецназ уже здесь, значит, времени в обрез. Идите к метеостанции, там управление вентиляцией бункера. Если попадете в шахту, считайте, вы уже в бункере. Там воткнете 3 флешки, что я вам дал. Запустите вирус в систему. Под командным пунктом есть технический этаж. Оттуда можно все заблокировать. Эй, парни, я безоружен, я гражданский, безоружен!
Да блядь. Кчо-кчо! Okay.
Roger that. Combo is cut. Main checkpoint secure. No medical assist for non-essentials. Over. Отворачиваться никак. What have you got? Thank you.
туда, наверное. Что значит клир? Да блять, ну нахуй, сука! Ладно. Слушай. Блять. О.
я думаю, нам сюда. Козлину это убрать, блядь. Куда пропал? Ты чё там, блядь, посрать присел? Урод. Thank you.
это опасно. Езду не буду так прям открыто ебашить. Вон флешка, правильно? Я бы ее хуй бы взял. Ебать вас тут. Обосраться. Да, блядь. Охуеть просто. Чехаря не получилось. Ладно.
Вижу тела. Внимание, противник рядом. Give me a sit rep. Any luck finding him? Лампочка. Что, блядь, за даун такой? Main checkpoint secure. Даже не знаю. Ладно. Confirm that all air traffic is grounded. Over. Hostages are locked down. По слухам, несколько человек стали заложниками. Их личности пока не установлены. Ситуация в Денвере ничего не известна. Из-за погодных условий, видимо, сильно затруднена. He's got a... Один из наших убит. Обыскать все в этом районе. Come on out! Броневой этот даун.
gotta be here somewhere. Oh! Помешать любой ценой. Действую. Стоять! Не с места! Что за хуйня? Воздух не подается. Что там у вас? Вентиляция отключена. Мне нужны не проблемы, а решения. Что у нас там с заложниками? Так. Вы же сделаете, что от вас просят. Доступ тебе не получить. Ты уничтожишь Америку. Начнешь войну. На войну мне наплевать. Мне нужно самое важное оружие. Информация. Тише, тише. Просто расслабьтесь. У вас теперь нет выбора. Все, что вы можете, это потерпеть и сломаться. Пошел ты! Кто-то проник в бункер. Скорее всего, спецназ. Давай, безымянный. Нет! 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 А ты очень упрямый. Где Фишер? Уже близко. Оставишь меня в командном пункте? Чтоб ты связался с командой. Я похож на идиота? Скрутить его.
Не люблю я подкожные рации. Как протезы. Фишер, у меня ваш дружок. Уходите. И я его не трону. Ведите его. Фишер его не оставит. Надо перевести заложников. Прошу! Браво! Не заложники надо. Почти у тоннеля. О, боже, прошу, нет, помогите! Ты наебал. Ты что, совсем сдурел? Он же откинется! Передай мне тот жгут. Примись за другую руку. Нет! 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 Не надо! Нет! Сделайте, что просим, и все. А не то лишитесь пальцев, лишитесь ушей. А может, зубов? Нет! Я все сделал. Могли бы сохранить руку. Копируйте файлы. Нет, нельзя! Мне очень жаль. Так. Очень неосторожно. Ты в него не выстрелишь. Отнюдь. Собрался его убить? У тебя кишка тонка. Извини. Нет! Поведешь нас к самолету. Поднять его! Это Маджид Садик. Бункер зоны F находится под нашим контролем. Мы выходим с заложниками. Мы отпустим их, если дадите нам уйти. Любая провокация... И они все будут уничтожены. Давай его мне. Да пизда же. Осторожно. Там полно снайперов. Они только и ждут наши ошибки. Ответишь, Сэм. Но им нельзя дать уйти. Останови их любой ценой. Самолет надо полностью зачистить. Всех, кто есть на борту, убить. А? Ты же ранен. Кончи его, Сэм. Черт! Грим! Врача к Бриксу! Быстро! Я за Садиком! Принято, сделаем! Это конец!
Мы ведь только начали! Черт! Охуеть. Покажись. Все кончится. Ты заебал. Где же ты? Покажись. Куда он делся? Сука такая. У него же пистолет хватает. Он же в том же месте, наверное, выпрыгнул. Главное, ей сейчас ебашит. Просто сдайся! Все кончено. Чем сухожилие, да, ебанул? Че орешь-то, блин? Думаешь, все дело во мне? Ведь дюжина стран стоит за инженерами и за мной. Ты готов к дюжине войн? Убей меня. Убей! И они восстанут! Отправь меня на суд. И я расскажу все тайны, что знаю. Я уже победил!
всегда есть и другой путь. Что-то шло, но побит рекорд. Похоже, мы получили перевод. Сверка прошла. Забираю файл. Так, и сколько здесь патронов? В основном в магазине 20 штук. Осторожнее с пушкой, мы вообще-то в самолете. Расслабься. Эй, Брикс! Что это? Пушка. Так, а почему он не в клетке? Я рад тебя видеть, Брикс. Он рассказывал мне об оружии. Похоже, я теперь в команде. Ага, мечтать не вредно, Коден. С возвращением, Брикс. Рад тебя видеть, Грим. Ну, что у нас? Официальное заявление. Силами США проведена операция, в которой убит Маджид Садик. Лидер террористов, называвших себя инженерами. Первый раз говорю с мертвецом. Кто ты? Начнем сначала. Мы благодарны отважным людям, которые сумели найти и предать суду террористов. Мир не узнает о них. История забудет их имена. Но их жертва не забудется никогда. Пыль. Непонятно, когда она будет. Сэм, Чарли возится с новыми побрякушками. Забери, ебало. Вот и все пройдено. Привет, пап. Привет, малыш. Как ты там? Нормально. Только что избавилась от остатков индейки. Вот из-за них-то я и не приехал. Все налаживается? Вроде бы. Бензин дорожает, у авиакомпании проблемы. Ничего нового. Но витрины больше никто не разбивает кирпичами? Уже нет. Рад это слышать. Мне пора, малыш. Береги себя. И ты тоже, пап. Типа, ну ты тоже пошел сюда. Привет, Сара. Есть минутка, решил позвонить. Здорово. А у нас тут, к счастью, абсолютно ничего не происходит. К счастью? Пап, я офисный работник. Счастье, когда тихо. Прости, опять забыл. Ты в порядке? Да. Так, хвосты подчищаю. Ладно, береги себя. И постарайся ничего не натворить. Ну-ка еще раз. Пап, я сейчас не могу. Все в порядке? О, да, просто у меня свидание. Кто он? Мне его проверить? Чарли может? Пап, все нормально, правда. Просто свидание. Если надо будет за ним проследить, то я дам тебе знать. Идет? Идет. Повеселись там, малыш. Но не чересчур, ага? Пап, мне уже не 14. Я тебя люблю. И я тебя. Вы позвонили Саре Фишер. Оставьте сообщение после сигнала, и я перезвоню. Спасибо. Все, да? Так.
Где там Чарли у нас? Чарли Хренарли. Так, ну все, все официальные задания, сюжетные задания все пройдены. А остались только побочки, побочки там пострелять, посюсюкать, помочить кого-то. Эй! Эй! Нужна связь с источником. Что там? Есть где-то у Чарли? Эй! Флешки раскидывай. Эй, Чарли, отличная работа, парень. Спасибо. Мы у тебя в долгу, вся команда и Вик. Ну, я правда очень рад. Еще 5 секунд можешь радоваться, а потом живо принимайся за работу. У нас ее много. Да, добрый ты у нас, Сэм. Отлично, Чарли. Спасибо, что не выпер меня. А хотелось бы. Только бы. Пип-пип-пи. Здесь ничего. О, так они просто везде все, да, разброс? Совпадение нет. Запрещен. Давайте походим там, поищем, посмотрим. Вот чё там. Кобин. Ну, я тебе изрядно помог. Может, пора меня отпустить? Нет, ничего не попишешь. Сам виноват. Да брось, я спас самолет, кинул своих клиентов. Что не так? Вот-вот. Ты оказался полезен. Посидишь пока тут. Ты шутишь? Почти. Сам не думал, что так выйдет. Так, значит, я теперь в команде? Ты не настолько полезен. На этом все. Погоди, куда ты? Мы не обсудили условия! Эй, вернись! Какие нахуй условия? Больно, что ли? О, вот же еще одна. Слышно больше ничего? Жди и проверяй. Ой, блядь. Нет, тут больше ничего. Так.
Вот он. Так, ну и здесь это последний отсек. Давай, счастливо тебе. Отдыхай.